Прежде чем перейти к чествованию виновников торжества, директор детско-юношеской спортивной школы Виталий Платонов подвел итоги работы в прошедшем учебном году. В 5 спортивных отделениях обучалось 650 мальчишек и девчонок. Воспитанники школы приняли участие в 40 выездных соревнованиях. Среди самых высоких достижений – 3 медали в первенстве Центрального федерального округа и чемпионата области. За год десногорские спортсмены завоевали 30 золотых, 70 серебряных и бронзовых медалей на областных и межрегиональных соревнованиях. Получено 8 взрослых и 150 юношеских спортивных разрядов. На каждого своего ученика школа возлагает огромные надежды и всегда отмечает тех, кто их уже оправдал. На празднике все они получили благодарности, грамоты и кубки за свой вклад в достижения десногорского спорта. В этом году спортивная школа выпускает 5 спортсменов. 4 ребят – Максим Коваленко, Денис Яковлев, Александр Зуев, Давид Табунидзе, борцы по самбо и дзюдо, и девочка Ангелина Белякова, выпускница секции лыжные гонки. В торжественной обстановке под бурные аплодисменты ребята получили свидетельство об окончании обучения. Школа по праву гордится своими выпускниками. Эти ребята выступали на городских, областных, всероссийских и даже международных соревнованиях. Завоевывали медали в личных и командных первенствах. Защищали честь нашего города. Вместе со своими воспитанниками поздравления в этот день принимали их наставники. Преподаватели Виталий Платонов, Александр Каненков и Алексей Шлыков. Под руководством этих тренеров выросла целая плеяда спортсменов. На добрый путь, полный успехов и достижений наставляют они и вся детско-юношеская спортивная школа своих выпускников. Даже при поступлении в ВУЗ там везде есть виды спорта, которые востребованы, которые нужны, и заканчиваться спортом я не собираюсь. 10 лет в спортивной школе мне дали очень многое. Во-первых, это, конечно, характер, который нужен будет на протяжении всей жизни, чтобы были успехи и в спортивной карьере, и в учебе, и просто в жизненных каких-то неурядицах спортсмены всегда могут с ними справиться. 10 лет я занимался. Вот за все эти 10 лет тут, можно так сказать, это сплоченный коллектив у нас был, дружба была у нас. Вот что даже вот на улице мы встречаемся, помогаем друг другу.